К началу пляжного сезона дорогу к центральному городскому пляжу вновь откроют. Ремонт треснувшей трассы затянулся всего на несколько дней. Согласно анализу состояния дороги, замена плит под асфальтом не понадобилась, поэтому и срок ремонта значительно сократился. Заказчик выполнил работу сейчас по асфальтированию, еще должен борткамень доставить. Ну и, соответственно, там объем работы будет по склону обеспечить водоотвод. Вырубку зеленых насаждений еще будут продолжать. За склоном будем дальше следить. Уже с 1 июня, по словам представителей администрации, ульяновцы смогут добраться до пляжа привычным путем. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».